Привет, Зенит Уфа. Матч перед Лигой Чемпионов, перед квалификацией Лиги Чемпионов. Так что ротация состава. Ансальди, Ломбер, Цанюков, Вилозу даже, да, не Халк по флангам. Будем пробовать. Силы надо беречь на Лигу Европы, точнее. Поэтому. Но в то же время надо, конечно, и чемпионат выигрывать, чтобы следующий сезон в Лигу Чемпионов квалифицироваться. Так что половинчатый состав. Сильно не гонимся, но надо учесть, что надо побеждать. Надо побеждать. Халк! Как ты не забил? Один на один. Халк бьет в штангу. Блин! Кошмар. Ладненько. На этом не все еще потеряно. Начало матча, так что. Давай. Криштиану. А почему, кстати, Криштиану навешивает, я не понял. Надо, кстати, поменять, наверное, сразу. Типа, корнеры будет подавать великий Дани. Так что поехали. Ну, ладненько. Контратаку нам нельзя допускать. Никаким образом. Что? Где? Кто-то сфалил на мне. Я порой судью не понимаю, но в этот раз неужели в мою пользу? Халк. Очень рядом. Очень рядом и было тоненько. Дзюбинья. Кстати, я под шумок подписал Пеле из Саутгемптона, итальянского форварда. Он очень высокий, стиль похож на Дзюбу, то есть высокий, играет головой хорошо и сильный. Так что, как вариант второго нападающего, вполне неплохо. Ну, а Дани на своем фланге. Ничего не получилось. Пытался сделать финт. Но не прокатил. Ах. Вилозу, кстати, у нас в опорной зоне. Да, ну самое страшное это Ломберт в защите. Ну а Халк хорош. Игра. Блядь, что за пас? Так, Халк. На Дзюбу. Бля! О-хо-хо-хо! Ну, Халк все сделал для Рональда. Рональда, давай определись, с кем радоваться и радуйся с Халком. Потому что Халк, конечно, сегодня просто красив. На рикошет, кстати. Но мяч шел в ворота, так что все законно. 1-0. Ну, несомненно, мы не расслабляемся. Мы знаем, что бывает с Зенитом после забитых голов. Вспомните предыдущий матч.
Так что поехали. Второй забивать. Ну и Пеле, я думаю, выйдет поиграть. Прессинг не удался. Мы не грустим по этому поводу. Блин, мяч отнять не удалось. Неплохая комбинация, Анюков. Блядь, что вы творите? Рональдо. Не теряй так мяч. Я, конечно, понимаю, ты крутой финтяга. Так, я надеюсь, руки там не было выдуманной. Хорошо. Потому что фейк нам не нужен. Фол на Халке. Подбеги, пожалуйста. Ох. Пасуля не прошла. И пора опускаться в оборону. Нет. Да, дай мяч. Шевченко там бегает даже. Вау. Дзюба что-то не забивает. А вот Рональдо забивает. Это меня беспокоит. Потому что Дзюба мне нравится. Но Дзюба, блин, конечно, в подыгрыше просто творит чудеса. Так, Халк не смог убежать. Побежали. Дани. Дзюбиньо. Дзюбиньо. Поблагодари, Мигеля. Поблагодари. 2-0. Дзюбиньо свой забил. Отличная контратака. Отличная реализация. Таня, Дзюба забил. Вот. Так что можно в контратаку. Опуститься, наверное, Е. Пожалуйста, надежно, не торопясь. Эй-эй-эй-эй-эй! Травма не нужна. Травма нам не нужна. Ай-яй-яй-яй-яй. Не получился пас, было сложно. Да блин. Мяч отдай. Неплохой удар, слабый только. Дзюбиньо. Халк. Халк, 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 наш мяч.
Блять, что за говно? Не совсем то, что я хотел. Ну да ладно. Не торопимся. Во втором тайме надо дать шанс Пеле. Чего? Хороший отбор же. Мигель Велозу. На Дани. Дани пошел. Ну что, наш мяч, не? Окей, первый тайм 2-0. Рональдо и Дзюба. Думаю, Дзюбе можно дать отдохнуть. И Пеле дебют. Можно статистику посмотреть, например. Дзюба, конечно, быстрее гораздо. Ну и лучше реализует моменты. Головой Пеле чутка лучше играет. Рост одинаковый. В общем, прикольно будет посмотреть. Пеле. Пеле. Рональдо. Рональдо умеет. А, не было офсайда. Мяч-то не дошел. Эй, что за пас? Пожалуйста, концентрация, ребята. А-ля-ля-ля-ля. Это было рядом. Из замен, наверное, я даже не знаю, но надо Рональдо дать отдохнуть. Вероятно. Туда на Халка. А, это Рональдо? Серьезно? О, нифига себе. Ну, Рональдо пропахал. Будь здоров. Хороший пас Авелозу, кстати. У него дальний пас вроде как. Типа качественный очень. Не торопимся, хотел сказать. И тут такой прием мяча. Ну... Что такое? Офсайд? Они говорят сейчас про то, что я хотел подписать Коутиньо. Да блин, что за прием мяча? Да они. Пеле, давай. Хорош. Фол. Фол. Надо, наверное, Витцелю дать отдохнуть. Мне кажется. В первую очередь. Вандервард. Ну, отдохнуть еще, наверное, надо либо Рональдо, либо Халк. Даже не знаю. Лига Европы просто матч, так что. Блин,
Опять, да что за говно? Чуваки, что за прием мяча? Я, конечно, понимаю, что дождик, но не настолько же все плохо. Нифига себе опасно. Ну ладно, защита оборонялась кое-как. Очоа первый на мяче. Пытаются растянуть оборону. Велозу тут бегает, как заводной. Да, блин! Пеле, давай учись у Дзюбы мячи отбирать. Супер подкат. Горай. Сейв и... Мы, наверное, не торопимся. Побежал. Че за пас? Кто пас-то выдавал такой плохой? Ну, Халк сегодня вообще лучший, наверное. Ну, может, не лучший, конечно, но пашет вообще знатно. Да блин, кнопка сраная. О, на желтую. Что? Даже не фол. Обалденно. Кросс на пиле не прошел. Наш мяч. И я думаю, Рональдо можно отдохнуть. Шатов. Шатов сыграет атакующего полузащитника. Вандерварта пытались накрыть, не получилось. В общем, контроль игры. Велозу, кстати, неплохо смотрится в опорной зоне. Пас у него вполне неплохой. С техникой были сегодня проблемы. Ну, это я случайно пытался мяч отобрать, получилось чуть другое. Сейчас надо заменку сделать. Шатов и Халк. Понавешиваем на пиле. Но эти чуваки там вообще на тоненького бегают. Отдай мяч. Я буду сражаться. Эй-эй-эй! Супер сейв. Просто супер сейв. Ну, защита пустила, но мега сейф. Я вообще не знаю, как он там руку выставил. А чё, а просто творить чудеса. Просто красив. Все мячи, а чё? Прям Нойер. Не-не-не, чувак. Да ты чё? Красная карточка. Оп, желтенькая.
Ну, не торопимся. Да куда ты пасуешь, Бука? Неплохо, умно. Очень умно. Пиле, конечно, медленный. Но... хорошо головой играет. По идее. Пока что мы об этом не знаем еще ничего. Моментов-то особо и не было. Ну там на Кубок России, например, он может смело выходить и в основе, мне кажется. Я, в общем-то, для этого его и брал. Блок и угловой. Анюков, кстати, хорош сегодня. Пока что. А чё, всегда первый на мяче, никаких претензий. Ну и Дани. Блять, Пеле. Пеле имел все шансы отличиться. Этого он не сделал. К сожалению. О, не повезло, не уда... О, угловой. Подождите, угловой, это Вандервард. Это Вандервард. Пеле в 9. Очень рядом. Ну, молодец. Старается. Хороший удар. Очень хороший удар. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну и Вандервард еще одну закидушечку. Пеле поборолся. Видимо, конец игры. 2-0, Зенит, Рональдо, Дзюба. Халк был хорош, Дани тоже. Ну, Гарай вообще игрок матча, мне кажется, вместе с Ачо. Потому что выручали очень знатно. Халк штангу как-то умудрился здесь пробить. Непонятно как. Дзюба не забил с углового. Хотя было неплохо. Молодец, поборолся. Рональдо гол. Ну, Халк здесь выдал. Рикошет, но мяч все равно в створ шел, так что... законно. Гол Дзюбы. Контратака. Хороший пас от Дани. Просто завершил одно касание. Настоящий нападающий. Ну а дальше желтая карточка и перекладина от Пеле. Так что 2-0. Плеер рейтинг. Фига, Ломберца неплохой рейтинг. Лучше, чем у Гарая. А чё, игрок матча? Прикольно. Всем спасибо. Пока-пока.